Прогуливаясь по Калининграду, мы встретили вот такой вот Мерседес. Думаю, что 1900 заржавленного года. Ну, во всяком случае, ясно, что довоенный. А может, и послевоенный. Грязный, значит, он ездит. Ух ты, номера! О, да он еще и совсем из другого региона приехал. А вы когда-нибудь встречали такую машинку на улицах? Поделитесь в комментариях. И, кстати, не забудьте поставить лайки этому Мерседесу.